Всем привет! Сегодня воюем с вьетнамцами. Ди Хонг Вьен, наверное, правильно почитал. Остались у нас топовые обороны. Хочу на хульт пойти. Я сегодня одну на бегах попал на нее, потестил. В принципе, здесь можно взять нормальную сборку. Все, поехали на нее. Пойдем мы сюда зелеными. И возьмем Гармека. Получается, зелеными против Алисы будем, Галасии будем идти. И Гармеком против Хульды. Тут она на разлиме, вообще конский стат у нее. Будем ее контрить Гармеком. Ну и нам самое важное — вынести Аласи и отбиться от миньонов. Так, поехали пробовать. У нас бонус на атаки. Будут нормально по нам бить. Ну и ладно. Так. Смотрим, где бы покрутить. По подсказке поднимаю красненький, да? Можно здесь поднять наверх. Что нам это даст? А вот, ну, три красненьких, да, соберу. Давайте зеленых посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Нам не хватает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. И того тоже не хватает. В общем, крутить надо поляну. А, тут этот справа наверху едет. Не получится брать. Ну, давайте в хульду крутить. И смотреть, что выйдет. Плохо вот здесь не покрутить. Так бы синенькие бы автоматом поднялись. Ну, здесь тоже опасно крутить фиолетовыми. Там ничего не соберется. Давайте по подсказке. Может, по центру что-то выйдет. Так, у нас вышли красные еще. Предлагаю вот этот вот крутануть вправо. У нас в двух местах может выйти красный. А это прям будет отлично. Зелененький. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Также осталось на поле их семь штук. Давайте еще раз. Угу, 4 вышло. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, смотрите, взрываю снизу морду и тройку посередине собираю центральную. У меня будет зарядка Гармека. Как раз, как раз миньонов съем. Давайте зелёньких. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зелененькие вышли заодно. Ну, у нас хульда почти на зарядке. Давайте забирать красные. И будем, если что, отжираться от миньонов. Запоминаем, 2 зеленых мы забахали. Два зеленых и вот так вот. Давайте зелененькими посчитаем, как будем разыгрывать зелененькие. Как лучше нам их. Но лучше всего вот этот вниз. Если вниз мы соберем... Нет, я его лучше вертикально влево сделаю.
И у меня... А, у меня ничего не вредит снизу. Если вниз соберу, снизу один подтянется наверх. И это будет у меня 5 камней, тоже фигня. Предлагаю еще фульду крутить, пока мы еще фуловые. И потом, если что, отжираться. Сейчас пока нет смысла есть миньонов. Ну, давайте по центру крутанем. Может, красненькие там где-нибудь вылезут еще. 5 собрал. Пять собрал, да? Вот можно по подсказке сделать. У нас подтянутся 5, 6, 7, 8. 8 камней будет. Тоже нехватка. 8 камней, да? Или же снизу здесь крутануть тоже, наверное, ничего не выдаст нам. Если здесь я справа подниму, то, в принципе, Аласи не должна зарядиться. Давайте попробуем. Кристалл. Аласи. Ну чё? Так, мы... У нас тут не попал срез, по-моему, да? Да, не попал, нормально. Все, у нас ряд миньонов. Мы хилимся и заряжаем зеленых. Блин, пока искал все эти камни, уже время пошло. Будем бить в этот фланг. Тут много зеленых. Нет, если два камушка упадут у нас, давайте бить в этот. Два камушка полетят у нас в Аласи. А сколько у нас хпшек тут? 1500. Два во фрик полетит, два во ласи. Но во ласи лучше. А от фрик чем защищаться будем? Ой, смотрите, я сейчас, если буду, мне Октрас убивать надо. Но мы сможем пережить, у нас белка будет на заряде. Как нам лучше сделать? Два камушка. Маленький урон нанесет, это большой там. Давайте так будем бить. Так, это мы сделали. И давайте зеленый бахать. У нас замедло висит. Да, она сейчас похоронит? Нет, мы живы. Фу, нормально. Зеленых нету. Маленький урон пронесла. Сейчас в правый угол. Все, здесь у нас бахнули. Давайте. А я воюю. Так, тут мы убили. И Уля, закрой дверь, чтобы мне не сбиваться. Уля. Уля, дверь закрой и ходи тут. Закрой дверь здесь. Не буду. Ну, мама говорит, мне сбивает это с концентрации. Не буду. Тогда иди к маме. Не буду. Блин, у нас тут фигня, конечно. Сейчас красненьких, да? А, я просчитался. Ну да, я тут думал, думал, просчитался, короче. Оп-оп-оп. Так, нормально. Давайте. Сколько у нас среза еще? У нас срез еще один ход висит. Один ход среза. Давайте лучше подождем и вот так вот сделаем. И Квинель будем убивать. Квинель любили, это очень хорошо. Раз, два, три, четыре. Это нам зарядим еще эту. Угу, все правильно. Зарядили, пробиваем. Гармека не зарядим, 5 надо. Давайте бахаем по правому флангу. Дверь так и не закрыли. Ой, Элради разрядился от своей пассивки, 5% маны.
Ну все, бой растащили. Так, бой растащили. У меня, короче, есть еще гармек один вкачанный, но без эмок, и есть 2 ляма мяса. Если что, сейчас будем, наверное, кормить его для еще одной хульды, потому что это нереально пробивать. Можно вот сюда вот синими пойти. Легкая цель достаточно. О, смотрите, Ласи тут не докачал. Ну это да. Так, вот сюда можно сходить, хорошая цель. Вот сюда вот. О, тут, смотрите, Крафкашер тоже не докачали. Он вообще у нас будет 10-камневый. Точнее, 12-камневый из обороны. Тут можно пойти... Тут можно пойти... Я знаю, какую команду сюда можно пойти. Сине-желтыми. Давайте пойдем. Сине-желтыми, да? Так уверенно говорю, сине-желтыми. Или возьмем... желтые... Желто-красные. Какая наркомания жуткая. Так, вот сюда вот синими можем пойти, да? Ну, блин, Снольфа не брать такое себе, надо к Снольфу брать. Вот сюда можно пойти синими. Да, почему бы сюда не пойти синими? Давайте сюда пойдем синими. И на Абакане сыграем. Абакан у нас быстрый. Будет отраженку фишить. Возьмем Веллу, чтобы тоже быстро резала атаку, чтобы мы не так нам не так раздавали. И к Снольфу возьмем. Так, у нас тут 5. 23. 17. Так, вроде все. Фри, конечно, в углу это прям спасение. Потому что пока она там срежет, вот люди ставят, да, нет, лучше один бронерез должен быть справа. Ну, не справа, а на плече, потому что вот сейчас, да, была фрик у меня слева тоже в углу. И как долго она ультовала. Ну, тут все, тут как бы пробуем. Поехали. Так, мы тут играем на фиолетовом и синим. Вот, ну да, вот кристалл можно собрать. Кристалл соберу. Синенькие подтянутся. И ну, давайте так и заберем пока. Какие еще варианты есть? Я потом могу четверку синих собрать. Тут фиолетовый можно подсобирать вот под этой. Можно поднять фиолетовый вверх. Синий поднимется, да? Фиолетовый поднимется. И когда я бабахнул... Ну, давайте соберем кристалл. 3 собрали. Еще 4 надо фиолетовых, чтобы контру... Так, вот если по подсказке, да, вот мне синенький наверх двинуть, полетят, у меня будет, так, здесь тройка синяя, справа тройка синяя, и что еще у меня тут, тут желтенькие снизу соберутся, полетит, красненькие полетят вертикально, фиолетовый поднимется вообще наверх. Так, а если, ну, если взорвать кристалл, ничего не поднимется вообще. Какие еще варианты есть? Варианты есть собрать сверху четверку синюю, да? Четверку синюю собираю. И тоже прокрутки 0. Давайте как его вот так вот соберем. Тут вроде... Так, тройка собралась снизу. Я еще собрал тройку. Сейчас дозаряжаю вот снизу еще тройку.
И нормалек будет у меня вот так вот. Раз. Все, я на зарядке. Блин, давайте пробивать. Давайте срежем сначала. И потравим сразу. Ну, их с нольфа выносить. 800. Я должен его убить. Да, потом будет Талас ультовать. А потом я запущу фиолетовый и отхилюсь. Ну, блин, да. Потом отхилюсь. Ну, все же по срезам. Все, x0 я вынес. И давайте зарядим. Она стоп дает маны? Да, стоп маны дает. Давайте в этого зафигачим. С ноль гаджи у меня порезал камушки. Вот так вот делаю. Интересно, к столю зарядится у меня с этой тройки правой. Или не рисковать? Я не буду рисковать. Камни же порезаны. Два камня порезаны будет. Я просто в центре сделаю. 94, 100. И смотрите, x0 в гад. Ой, x0 в этот. Собака. Давайте. Ну, с одного камушка не зарядится Фалина. Не должна. Бьет фрик. Бутик. Мы даем ответочку. Смотрите, фрик уклоняется. Мы хилимся обязательно. И пробуем добить. Фалин, нет, да, Фалин, смотрите, и та, насколько вообще по децелу осталось им. Все, тут Фалина самоубилась, и мы добиваем фрик. Немножко, немножко волнительный матч был. Ах, так, ну, тут забрали, да, топчика одного? Ну, тут полутопчик, я так его назову. Так, с нольфа берут, этого забрали. Осталось хульдауна. Знаете, я что думаю? Против хульды Нур может заиграть. Ну, Нур медленная, да, это ее минус. Но раскачанная на ПМкам, она жирная, она брать Нур, брать второго хила в другом цвете, например, да? Почему бы не брать Дендра, например? Дендер будет ускорять камушки, как-никак. Там может быть зарядка до 10 сократится. Хульда вешает, появляется миньон. Надо как-то нам пережить всю эту грязь. Зарядить Нур. Ну, конечно, долгий. Долго, да, скажите, долго. О, как Андрей быстро вынес. Вот это тоже опасная цель, потому что бронерез и Октарас у нас. Да, так, у меня кончились эти. Блин, надо Гармека реально второго одевать на эмки. А Гармека с кем играть? Там надо и Машку перекачивать, чтобы 7 камней было, или можно забить на 7 камней. Давайте пока отвлечемся, возьмем вот эту цель. А, тут она что делает? Убивает всех прислужников. Иммунитет новым прислужникам. Но у меня только Сейшат тут будет из прислужников. Остальные все нормально. Давайте сходим сюда.
пока надо немножко остыть. А почему можно Рейну взять, да? Почему Сишат беру против Крампа. Давайте Рейну возьмем. Сишат не будем брать. Так возьмем. У меня еще желтая команда есть. Мы против кого играем? Так, давайте мы желтой пойдем. Вот сюда желтой пойдем. Если камушка не будет, у нас поимеет. Ну тут вообще-то синими идти надо. Куда еще желтый могу? Я могу пристроить вот ну, сюда желтыми. Тут хила много надо. Давайте сюда сходим вот этой командой. А желтыми сходим потом на... Попробуем ее. Вот так, вот так, вот так. Тут на бегах я попал тоже на хульду по центру. По центру. И на плече слева стояли Морель с Фрик. И я такой подумал, блин, как бы Мелиндор в костюме, там можно и второго сломать. Для таких случаев, если, например, брать желтую команду, то она одна играет у меня в желтой. А, ну как бы ценность Мелиндора повышается, если повышается частота. Ну хотя в топах везде бронерезы стоят на плечах. И сейчас не хватает у меня на слом Мелиндора. Так можно будет потом сломать его второго. Так, у нас тут 7 камней, Филиас, Фокал, Мор, Рейна, 9, Сесленные, 9. Что-то у меня там произошло. Дочь плачет. Все, поехали, пробуем. Рейну против Крампа берем. Чтобы травил. И раскидывал на других. Так, что у нас тут? У нас тут... У нас тут ничего. У нас тут есть желтенькие вертикально. Упали, наверное, бежали и упали в коридоре. Так, я могу вот это сдвинуть влево. Синенькие соберутся, да, уедут. Хоть какая-то прокрутка. Где еще прокрутка? Воктораса прокрутка слева. Это фигня полная. Нам не надо в него крутить, если тупо по центру крутить. Непонятно, что выйдет. Блин, тут крутить-то не, поле негде, поле крутить. Ну, давайте, как я и говорил. Нам хоть какое-то движение надо на поле. 3-3. Все. Есть о чем порассуждать в плане движения поля. Так, давайте вот снизу теперь я предлагаю. А потом по подсказке можно крутануть. Да, или можно... ну, не, давайте так сначала. Снизу вот фиолетовые, да, у меня. Давайте сразу соберем их. И по итогу нам осталось собрать по одной тройке каждого цвета. Вот можно было бы запустить в Кадилен, но потом пережидать ульту вороты, это долго будет. Вот здесь, если двигать влево, в принципе, не страшно, но это тоже нам ничего не даст. А, вот я нашел.
Я нашел фиолетовый. Вот этот вот. Видите, когда долго думаешь, он тоже два хода. А, мы можем даже четверку. Давайте пока в нее в кадиле не будем запускать. Сейчас мы, короче, собираем фиолетовую вертикальную тройку и бьем в Кадилен, чтобы она начала травиться. Заодно мы Луизи. О, тут смотрите, как мало ХП. Не на разлиме, да? Мы ее траванем. Пофиг, что у нас фиолетовые разлетятся. У нас заодно хил соберется. И такой вот план. Ну, все, больше не надо. Тут у нас прям бомбардируют нашего Мелиндора. Он так-то еле живой. От рождения. Так, ну мы нормально пробили. У нас 365. У нас мы можем снизу сдвинуть, да, фиолетовый. Нет, нам лучше собрать надо зеленый. А вот зеленый сверху собрать можно. И мы зарядим отхил. Давайте так сделаем. Все, мы зарядили. Сейчас будем мультовать Мелиндором, пробовать снимать. Ну да, хотел. Блин. Хотел. Блин, вы видели, его просто изнасиловали, его просто затыкали. Миньоны грызли его, им паразиты, а потом еще ему тычкой дали. Ой, тычкой дали по жбану. Что ты будешь делать? Блин, я так тут выкручиваюсь из этого поля, а тут его еще растыкивают. А что-то я не вижу, куда тут больше. Три хода у воротов, это вообще, конечно. Блин, мы тут это вообще очень все рискованно. У нас она сейчас по-любому будет ультовать, да? 270 урона еще даст. У нас тут яд висит, сколько будет? Этот яд съест. Два раза бить в Элоизи. Мы нанесем штукари, она дотравится. А, у нас не повесился яд тут. Блин, что делать? Ладно, надо думать быстрее. Время идет. Как же это все печально. Ну, я вижу ходы, но не вижу пустых ходов. Давайте пробовать, что ли. Смотрите, везде повесился. Мы Фога оставляем. Пусть ультует Элоизи. Сейчас это умрет девушка. Нет, не умирает почему-то. Блин, почему она не умерла? И почему ты не умерла? Блин, какая-то фигня. Народ, какая-то фигня. Блин, и времени мало. Крампа за сандалием. Крампа за сандалили. 380 ему должно хватить. Да, хватило. Все, у нас сейчас жопа боль будет. Сейчас я отхилюсь. И стоп, поле стоп. Все. Мы молодцы. Мы отхиливаемся. И фигачим в Элоизи. И сбрасываем камень красный. Как сбрасываем? Четыре камня сброшу. Вот тут я вижу зарядку. Фиолетовый. Нормально, нормально. Сейчас мы добьем. Так, мы добьем. А, сейчас она будет травиться. Ее можно вообще забыть про нее. Все, она умерла. Сколько ходов? Два хода. Ждем, не ждем? Ждем. Вот так вот прокидываем.
Снимаем грязь и убиваем. Вот видите, какой живучий. Сейчас он догорит. Нет, не догорает. Что-то я немного поплыл. Поплыл в середине матча. Надо, наверное, перекурить. И подумать над хульдой. Пойти, наверное, качнуть второго Громека. Ладно, сейчас пока перерыв. Немножко отойдем. Спросим, почему там уля упала. Ну и что случилось. И вернемся. Так, продолжаем. Берем эту цель. Берем ее. Так, у нас там остались цели с Хульдой и Окторосом. Но я сюда не хочу брать, потому что лица будет у меня там полтора хила не выхилят. Поэтому попроще цель беру. Тут у меня и диспела будет нормально. Правда, у меня тут будет Ури рожать миньонов. Но я думаю, успею убить, пока ультанет Скади. Такую команду берем, быструю. Токси против Фрик, Мелиндор против Лиды. Ну и там углы с углами разберемся. Поехали. Так, тут у нас есть камушек. Ну, предлагаю вот эту вертикальную прокинуть в поисках еще одного камушка желтого, да? Или можно вот тут собрать. Ну, прокидывать мы проще, лучше, урона больше. Если здесь опустить вниз, то урона меньше будет, желтый поднимется наверх, что даст нам прокрутку, да, и еще мы потом желтый вниз опустим, зеленый поднимется вверх, и мы сможем потом его снова в хану сдвинуть, если вдруг нам ничего не выйдет здесь никакого какого. Блин, эти цвета. Ужас какой-то. Если желтый не выйдет. Или же просто фрик прокинуть. Ну, фрик прокинем, ничего мы там. Можно вот тут вот этот вверх поднять. И посмотреть, может быть, тут выйдет желтый. Да, вообще будет четверка. Давайте так и сделаем. У нас ничего не вышло. У нас тут кристалла нет. Вот у меня в прошлый раз указали на кристалл, что я профукал. Ну, я кристаллы не играю, потому что мне надо 7 камней собрать. Я предлагаю еще раз пробросить в Ханну. В поисках камня. Так, давайте еще ходы посмотрим, какие есть у нас. Что мы можем сдвинуть, чтобы улучшить наше поле? В прошлый раз я смотрел, в принципе, да, вот я нашел вот это вот версию вверх пробросить и желтый сдвинуть вниз, потом зеленый можно собрать, но это тоже долго. Давайте еще раз пробросим, второй раз. Все, троечку собрали. А вот и кристалл, смотрите, собрался. Так, так, так. Ой, ну не надо. Ой, ну не надо. Ну не надо. Блин, у меня два ударника, да, под срезом. Это плохо. 564. Попробуем вынести. Как и предлагаю выносить. Я могу зеленых собрать. Вот тут я вот снизу по подсказке, да, вот двигаю влево, у меня получается 1, 2, 3, 4 камушка, 4, 5, 6. Мне надо убить фрик
Тогда я смогу набрать таксикандру, да? Смогу там набрать? Давайте вот так вот попробуем. Все. Я теперь делаю вот так вот. Это у меня раз, два, три, четыре камушка. Пять, шесть, семь. Правильно я посчитал? Так вот, раз делаю, и доксикандра зарядится. Да, правильно. Потому что один камень в пустоту считается за два. Далее у нас нет миньонов от Турии. Мы пробьем эту. Тут мы ударим под 800 и под 500 ударим. Да, 800, 1200. И два камушка. Мы можем байонга активировать. А у нас сколько желтых? Раз, два, три, четыре. Он у нас дофига желтых. Вообще без проблем можем справиться с ним. Так вот просто делаем. 288. Я сделаю так вот. Он вообще улетел. Так, мы давайте взорвем. Желтый, правильно, желтый. Пусть активируется Лида. Мы снимаем бафы. Бафы снимаем. И это нам не страшно. Ну, да, нам не страшно. Ну, как потом будем убивать? Мы сейчас 1900. Ну, дофига хп. Травление плюс будет. Дофига, давайте вот эту убьем даму. И подвигаем чуть-чуть. Надо звук убрать. Немножко подвигаем. Немножко не хватило. Все, убили. Все, убили. Итого у нас уже 4 шота. Осталось 2 противника. Ну, наверное, пойду ломать. Да, возьму. Метель есть еще. А тут у нас нету цирка. Тут цирка нет у нас. Какие у меня еще команды остались? У меня осталась команда. А, у меня еще пинги остался с мамкой. Они у меня вот 3 войны подряд не заходят уже. Да. И Машка на 8 камнях. Ее никак не ускорить. Пинги мы куда можем взять? Мы сюда, нет, сюда если это долго подбивать, если тут миньонов дохренища будет. А сюда против фурии брать миньончика. Ой, да, миньончика. В принципе, почему можно? Кто же такая не сильная команда? Ну, давайте пойду ломать ой, ломать. Прокачать и вернемся. Так, ну все, я вернулся. Запись пошла. Прокачал я Громека второго. Пойдем воевать. У меня тут будет Машка. Громек. 20-ку не стал давать там на урон. Он не так-то сильно тут бьет. Владычица. Дивана. И давайте прочтем. Возьмем простого Дендра. Сколько у нас осталось желтых? У нас 2 хила осталось. Топовых.
И всякая убойная команда, да? Жадничать не будем, возьмем сюда или будем жадничать. Отряд сюда вот такой. Все, пробуем. Да, пробуем. Так, все, поехали. Тут у нас, кстати, только сломанные. Только-только сломали. Видимо, качали, не успели разлим докачать. Ну, дивана будет у нас вешать миньоны против хульды еще дополнительно. Машка без брони тут у нас. Из брони одной. Ладно, давайте, поехали. Возможно, и Машку придется перекачать. Так, ну нам тут... О, Кравкаш, у него что тут? Мана накинулась, да, ему? Он стал якобы быстрым. А он что делает? Бьет у нас и не дает воскрешаться. Воскреснуть. И 430 незначительный урон. Оживить союзников. Ну ладно, пусть не будем никого оживлять. Давайте в него прокинем. Поищем. Можно вот этот вот сдвинуть влево. И это нам ничего не даст. О, вот и еще тут вижу красненький, можно прокинуть. Ну давай сначала справа крутанем. Может быть выйдет желтый, мы сможем там собрать желтый, чтобы потом слева вот этот вот выделенный крутануть. Или... Ну, да, мы, ну, вариантов много. Давайте попробуем для начала. Так, ничего не вышло у нас. Ничего не вышло. Можно собрать вот этот вот вниз в хульду, да? Мы соберем. А я давайте вот этот я сдвигаю влево, у меня нижний уедет вот сюда встанет. Я потом красный здесь слева бахаю, у меня тут тоже встанет. Что это нам даст? Ну, тройку, вот эту вот, я соберу тройку. И все, у меня хода не будет по центру никакого. Давайте вот так вот. Ага. Так, давайте теперь с желтыми поиграемся. Вот можно вот здесь по подсказке. Это у нас тройка улетит. Или же мы можем собрать четверку. Четверку собираем. Да, что еще могу сделать? Я собираю четверку. И у меня останется вот этот камень. Вот этот камень останется. Они подъедут друг под друга. Между ними зеленый будет. И я потом, наверное, ничего не смогу собрать, да? Вот этот вот я вниз подниму. Уедет в хульду тройка и будет дырка. Я могу в этой дырке поискать что-то, правильно? А так я 4 камня соберу. И у меня вообще ходов не будет. Так, что я еще могу сделать? Я могу здесь вот снова подвинуть наверх. Но это ничего не даст, он изолированный.
Красненький бы подсобрать надо бы еще. Давайте так и сделаем. Ну, это хорошо. Мы добьем ее сейчас. 780. Мы должны добить ее. Мы сейчас будем пробовать ее добивать. Да. Если по 250 вылететь, 250, 500, 700. 260 у меня Кснольфа вылетало. 260. Это 520, 520, 500, 600, 770. 780. Ну, плюс-минус, ну, то на то и выйдет. Так, если я соберу в нее тройку, это мне не даст никакой зарядки, и снова все разобьется. А я четверку соберу. Мне как раз хватит для мист. Смотрите, крит вылетел. Замечательно. Так, тогда объем вот этого в морель объем. И дозарядим Дендра. Ну, давайте сразу бабахнем. Бабахнули. Так. Кравкаша надо не трогать. Пусть ультанет. Пускай ультует. Мы вот так вот попрокидываем. Ну да, сейчас, конечно же. Блин. Ну ладно, мы выживем, я думаю. Тысяча 200 он пронес. Мы хилимся. Можно снова бахнуть у них же. И добьем. Все добили. Звездопад сработал у Дендра. И, ну, будем Машку поднимать. Ударим в него. Давайте соберем диванну. Ну, нормально. Никуда не торопились, думали, решали свои дела насущные. Вот так вот еще бахнем. Тут давайте Машку доберем. Машка сколько ударит под срезом у нас? Ну, маловато ударила. Догорит, да? Догорит сейчас он. Ну, не догорает. Ну, ладно, еще раз засадим ему. Ну, как бы, да, тут... Тут, конечно, без Гармека обошлось. И остался у нас один недобиток от Игоря. Будем искать сейчас, кто его доберет. Ну, в общем, долго думал я. Вот эту вот команду, наверное, пойду. Одни массовики. Возьму отраженку. Попробую отыграть на отраженке. Остальные там бронерезы. Надо думать, как-то спасаться от них. А тут единственный Бакан смущает меня со своей быстрой маной. И все, остальное меня сильно так не смущает ничего. Оказывается, такая зависимая команда от соперника. Давайте пойдем сюда попробуем. В принципе, должно получиться. Пинги, Мамга, Маргарет. Вот можно Грима было бы взять еще. Но как, но тут у нас много массовиков, будем играть от массовиков. Крилом будем резать броню, чтобы, ой, атаку, чтобы нам сильно не влетало. И все, и будем пробовать. Конечно, бы надо бы красное плечо какое-нибудь, но тут так попробуем. Давайте, что и тапочек. Пожелаем нам удачи. Тут один недокачанный по эмкам. Но команда в целом убойно смотрится.
Так, что у нас то, что имеем? Ну, более-менее нормально вроде бы можно поиграть. Да, вот я сразу пару ходов уже вижу. Можно вот этот наверх поднять. Можно вот это. Да, можно было его вниз двинуть. А пинги застопился. Пинги застопился. Кристалл можем собрать синий. Вот если я вот этот вниз опущу, у меня получается. А если я вот этот вверх опущу, вниз опущу, вниз опущу, у меня поднимется. У меня вот тут вот поедет наверх, это все двинется наверх. Блин, когда он снимется у него? Еще один ход. Какую-то наворотили пирамиду. Так, пирамиду мы наворотили, давайте ее разгребать. Если я вот это сдвину вправо, тройка уедет. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вроде кристалл должен собраться. Ну, да, он должен был там собраться, по идее, как бы. Но это тоже хорошо. Смотрите, я зато собрал свои синенькие. Синьки соберу и врублю контру. Давайте кого убивать. Сколько будет контра? Контра очень долго висит. Эх, мне бы Кадилин бы сейчас убить. Ну, у меня ворота висят. Я могу в Липуса засадить. В Липуса засадим. А этого активируем. Друга нашего. А там и этот активируется. Подруга. Ну, который Кадилен активируется. И даст нам увороты, им увороты даст. Ну, под срезом давайте, пусть бьют. Может, мамка дозарядится, поворачивается. Нет, Кади не зарядилась. А, Пинги только увернулся. Ну вот тогда заряжаем дальше синих. Сейчас еще раз хила зарядим. И будем переждать. Ага, Лепус будет бить. Мамку зарядить. Давайте мамку зарядим.
Нет, нет, Лепуса не надо заряжать. Так, Лепус сколько там ударило, я вот не запомнил. Давайте лучше похилимся на всякий. Сколько тут у нее? О, уклоняться долго будет. Делаем так. Не жадничаем. Уклонились, мы красавчики. Ну все, смотрите, у нас мы молодцы. Сколько у нее? Будем ждать, не будем ждать. Ну давайте, давайте. Ну давайте подождем. Давайте подождем. Сейчас я тут настреляю. Куча миньонов будет. А, она самоубилась даже. 6 шотов. Это очень давно. Причем у нас соперник. У нас, кстати, смотрите, соперник у нас 52 600. А у нас 51 700. У нас на 900 чей разница с соперником. Но обороны у них, вот я заметил, что есть какие-то уровни, где прям обороны настолько топовые, что вообще нереально пробиться. Мы когда в топ-100 шли, у нас был счет 120 тысяч. 120 тысяч военного счета. 121 тысяча. И мы прям на этом счете сидели около 2 месяцев. То есть мы реально не могли пробиться выше. Настолько обороны были ну, сильными и соперники сильными, что мы не могли очень долго пробиться. И потом я забил на это дело. Где-то через месяца 2-3 я смотрю, а мы уже 130 тысяч. Я такой, опа, даже не заметил. Там, конечно, скорее всего, ротация игроков была, новые игроки пришли. И дальше после 130 мы поехали до 138 тысяч. Прям вот, прям прокатились сильно. И вот как раз было у нас, я помню, 2 месяца, мы сидели на 120 тысячах военного счета. И сейчас у нас вот у нас было 146, 148 тысяч. Тоже мы туда-сюда прыгали, вверх-вниз, 151 было. Потом нас вниз опускало, вверх опускало. И тоже обороны были топовые, и соперники. А сейчас мы 152 тысячи бьемся с соперником. А я бы не сказал бы, что обороны такие прям жуткие. Вполне играбельно. Вот я вот сегодня мне повезло. Я не буду говорить, что повезло с камнем. Где-то я сам крутил, где-то умение помогло. У них 9 тапков, они много не наберут. Ну, у нас, если много не набирает, значит, у нас обороны нормальные. У нас еще 83 тапка, посмотрим, как мы наберем на них. Но вполне на таком уровне, вполне можно биться. Давайте глянем, на каком мы месте. По рейтингу. Мы 80-й сейчас, это очень хорошо. Так, я на первом или кто-то меня обогнал? Ну да, Андрей обогнал меня. Андрей обогнал. У нас 2 шотера, у них 1 шотер. У нас Игорь вот разбился, да, который разбив оставил, тоже хорошо отбился. Остальные пока, грубо говоря, будем говорить, по 5 шотов сделали. Ну, нормально, вот, Валерия 130 сделала, Серега сделал нормально, Кузьмич брал добив, Леонид плохо отбился, так, Олег, Хаус, ну и дальше пошли 150 ник, да? Так он бил и бил или не бил? Так, где он у нас? Вот, у него еще 2 тапка, ну, тоже плоховато. Минимум 230 брать надо всем, чтобы за 7 тысяч выходить. Есть у меня тема одна про поле. Мне вот Андрей, АНБ и Леонид, сопрет наш, они вот часто, вот я их видел их видео, где они часто на Верочку собирают кристаллы. То есть вот я вот в этом видео, вы прям четко можете видеть, что
Есть камни, можно собирать эти троечки. Но я их не собираю, я кручу поле возле них, рядом с ними, между ними, чтобы добыть еще какой-то кристалл, ой, чтобы добыть еще какой-то камень, чтобы вышло, посчитал поле, да, например, 7 камней не хватает, 2 камней для 9 зарядки, для 9 камней. Ищу, кручу, не собираю их, потому что, ну, я соберу и все, и поле станет мертвое. Всегда ищу комбинации, чтобы летело комбо X3, самое лучшее, в начале поля. Пока еще никто не заряжен. И даже иногда на прошлой войне я пропустил кристалл, потому что у меня команда вот желто-зеленая, которая с быстрыми шотерами. Она у меня строится на 7 камней, что Токси, что Байонг с Джуном 7 камней. Я всегда ищу эти 7 камней, я даже иногда не ищу кристалл. И если я, даже если я кристаллы вижу, например, ну, если кристалл вижу, конечно, он собирает сразу, а если я не вижу, то я подкручиваю рядышком камушки, чтобы они собирались. И вот я потом разговаривал, что с Леонидом, что с Андреем, АНБ разговаривал, что, говорю, здесь можно было покрутить, а они говорят, ну, это же вероятность. Я такой, ну да, вероятность. И если вот в одном бою у Андрея не было на Верочку кристалла, он там подтягивал, ходов 6, наверное, подтягивал, центр был слабый, и можно было подтягивать. Но если, как я, уберу топовые обороны, тут как бы 6 ходов не подтягиваешь кристалл, тут вот в такую я больше играю. Ну, эту вначале мистер Пейн всегда говорил, я даже писал ему, я помню, у него был бой, когда у него было на Верочку, можно было собрать три тройки, это девятка, 9 камней, просто там собрать, прямо не виднелись, но он не собирал их, он бы мог зарядить своих, где это свой основной цвет и ударить, там пробить. Но он не собирал, он был уверен своей стратегии, что надо собирать кристалл. Что если ты соберешь кристалл, значит ты можешь крутануть поле им, и у тебя там вылезут другие камни. Но он тот бой проиграл, потому что он не оступился от своей веры. Потом я смотрел Туданыча. Туданыч стал говорить, что, мол, типа, если у вас нету камней, не собирайте тройки, вот вы даже за собой можете смотреть, я некоторые бои смотрю, иногда прошу записать, там просто люди забирают, есть две тройки, они одну собрали, вторую собрали, и все, и камней нету, да, хоть моно, хоть 3-2, без разницы, и сидят и думают, что делать, да, там начинают как-то крутить, еще что-то, и получается, ты уже проигрываешь, потому что ультует быстрая оборона ультует. Но сейчас мета замедлилась, сейчас много средних стало появляться в обороне, это вроде чуть полегче стало. Медленный центра, тоже Хульда, Ксноль дают время для зарядки. И я вот в последнее время вообще перестал, вообще не ищу кристаллы, не страдаю этой панацеей, что именно собрать. Вот я именно как-то следую заповеди Туданыча, что надо собирать. А еще я вот смотрел пару боев, пару войн этого, который с мистером Пейном ругался-то, матерился, как его, с Ковчега. Ну, вы, наверное, поняли, с Ковчега, который стример тоже. Как его зовут? Я забыл уже. Он всегда на своем поле считал камни. Я вот эту манеру взял у него. То есть он посчитал, сколько камней у него на поле. После этого уже тебе понятно, стоит ли тебе собирать или стоит ли крутить. Я тоже стал так пробовать, считаю на старте, сколько камней, можно ли собрать их, или мне надо потянуть где-то, покрутить поле. Собираю потихоньку по крупицам информацию, как люди играют, выстраиваю свою систему. И вот Туданыч говорил, что если у вас не крутите, то есть не собирайте, крутите поле. Ну, а самое первое, наверное, был основатель всего этого, когда я видел, как поле крутит, это был сам Волк, да, Вольфхэд из КМЧ. Он всегда рядышком с тройками, с камнями крутил поле, чтобы потянуть, и, можно сказать, начальником такой прокрутки я у него увидел. Дальше уже различный мистер Пейн, Туданыч, и как его с Ковчега, вот я забыл, давайте.
Ковчег. О, гриди, да, гриди его. Вот он считает камни на поле. И потом, когда мне вот я с Леонидом общался и с Андреем по поводу того, почему вы не крутите, они говорят, типа, хотим на Верочку. А потом Леонид скидывал свои бои в чате. И я смотрю, а как бы там поля вообще абсолютно нету, и он крутит. Он крутит с вероятностью, что вероятность, чтобы под этим камнем вышли камни. Я такой, как бы, ну, получается, Леонид все равно крутит камни с вероятностью, с той вероятностью, что у него выйдут, когда поля нету. Тогда почему он не применяет эту вероятность, когда ему надо где-то поискать камень, где-то, чтобы он подтянулся, если не хватает у тебя. Комбинируйте поиск кристаллов с этой вероятностью. И хочу закончить вот это обсуждение в вероятности поиска камня на поле с обсуждением башни. Башни магов, башни ниндзя. Вот если вы играете в долгую в башню, не стремитесь там быстро пробить и расходку тратить, а когда вы пытаетесь убрать камни Они, вот, например, у вас камень вышел Они, и вам надо убрать его. Хорошо, если вы видите сразу, можно собрать троечку, он уйдет. Но бывает такое, что камень стоит, например, через два ряда от той комбинации, где находятся и камни его цвета. Если же между ними начать крутить поле между камнями и теми недостающими, то обязательно у меня процентов 95 всегда на третий ход камня, когда он должен взорваться, я находил ту комбинацию, которая бы убирала камень. Сейчас я иду. Сейчас я договорю и приду, хорошо? И я стал замечать, что реально очень маленький процент, процентов 5, наверное, что игра не дает тебе этого шанса найти на третий ход этой комбинации, чтобы вы смогли убрать камень Они. Вы сами понаблюдаете за этим, что игра, она вроде рандомная, но она все равно так, видимо, заскриптована, чтобы вы с вероятностью находили камень через 2, через 3 хода своего нужного цвета. Я вот эту вот заметил вероятность, когда, ну, когда обычно крутишь, ищешь свою комбинацию, чтобы камень убрать, и всегда на третьем ходу, где-то между камнем, или еще где-то там потянуть, или взорвать какую-то конструкцию, всегда камень, да, появлялся. Поэтому я не скажу, что крутить поле в поисках камня это рандом. Нет, это в этом есть скрипт, да, как бы заложено, другие люди крутят, я кручу, вот. Я всю войну эту крутил рядышком, никогда сразу не собирал. Ну, если не вижу, что можно собрать сразу. Так что, вот, если хотите, можно и видео войны посмотреть, как люди крутят. Ну, как они крутили, на Верочку собирали. На Верочку собирать, да, это долго. Ну, давайте на этом закончим рассуждение. Вернемся к концу войны, посмотрим, выиграем мы или нет. Выиграли 2 очка. Это вообще какая-то жесть. Без комментариев. Победили Альянс на голову выше себя. Всех с победой.